А вы знали, что за длинный красивый маникюр можно получить негативную оценку на Etsy? Совершенно недавно я прочитала негативный комментарий от клиентки, которая сказала, что такое ощущение на фотографиях, что мастер пытается не показать то, что он вяжет, а показать свой красивый маникюр. Это надо учитывать, потому что мне кажется, что вы даже не догадываетесь об этом. Вам кажется это красиво, потому что это сейчас у вас в моде. На самом деле, очень часто, когда даже я не ношу маникюр, я не ношу никакие лаки, потому что мне это некомфортно, мне спокойнее так, привычнее видеть ухоженные, обычного цвета руки. Посмотрите, пожалуйста, на жен принцев. У них нету этих ярких маникюров, нету нарощенных ногтей, а есть обычные вот такие вот пальчики. Натуральность. Это очень важно. И за это, да, могут снизить оценку на Etsy. Просто вас предупреждаю.